Я кое-что нашел для нашего Android iOS 15 Launcher, то есть вы можете, в принципе, потестировать перед покупкой полностью iOS устройства на своем Android. Здесь можно выбрать центр управления на Android, какой вы будете сделаете. Потом вы можете потом вы можете протестировать полностью, нравится вам это или не нравится, зайти в экран блокировки, поменять для себя, загрузить каких-то виджетов погодных, эффекты размытия выбрать. Очень много-много полезностей для своего андроида, которые вы просто офигеете от того функционала, который, оказывается, у вас есть на телефоне. И вы скажете, а где же его скачать, чтобы разобраться, потому что там нужно действительно посидеть, разобраться очень-очень хорошо, и вам понадобится, конечно же, на это время. Сейчас я вам покажу, где это все взять. Значит, смотрите, мы заходим вот сюда, вот, правильно. Дальше у нас... Сейчас, минуточку, блин, не туда хотел зайти. Значит, что нам нужно будет сделать? Значит, в шапочке профиля будет вот здесь ссылочка. Нажимаем сюда. Нас перебрасывает на этот телеграм-канал класснючий. И мы здесь устанавливаем вот этот вот лаунчер iOS 15. Вот он. Тыкаем. А больше видео не забываем, что находится здесь.